Всем привет! Приветствую с вами игровом канале игра Euro Truck Simulator 2 версии 1.49. Обзор модовой карты Бразилии. Карта автономная. Также нужно создать свой профиль. Новый профиль выбрать. Вот. Карта с экстремальными дорогами пишут, но почему-то я захожу на карту, и у меня почему-то здесь как бы Берлин, то есть Германия. Берлин, вон, Верона, Росток. В чем такая причина, я не знаю. Вот так было задумано, но непонятно. На самой карте это не Берлин же, правильно? Давайте посмотрим. Так, ну тут ехать недалеко. Это у нас за карта с экстремальными дорогами. Я его не заметил. Так, не парковать, подтвердить. Так, грузовика мы своего не имеем пока. Грузы. Куда-нибудь подальше. Итак, и будем ездить тут поменьше пока. Двести 10 километров. Повезем удобрение. Посмотрим, какие тут экстремальные дороги. Ну почему Германия, типа? Если бы Бразилия, значит, должны же быть бразильские города, да? Ну никак же не германские. По карте это не Германия. Гипермаркет. Машины стоят. Ну,
Да, дорожки тут экстремальные, конечно, такие овраги. Хоть трафик есть на карте Перу, где там было у меня видео, там не было трафика, но может там где подальше. Ну тут повороты, конечно. Километры почему-то не автономные, быстро бегут, как будто где-то какой-то глюк или чего, не похоже, что карта автономная.
Тихо, тихо. Ёлки-палки. Вот так вот. Все, ушел. Да ладно. Все, пацаны, я приехал нахуй. Я не успел притормозить. Я разогнался сильно на повороте. Вот так вот и бывает. Он... Ну что ж делать? Сервис. Попросить капиталку. Так, а где мы находимся? Мы приехали уже. Показывают обратно. Где-то сюда буду ругаться. Ну вот такая вот, ребята, карта с экстремальными дорогами. Не знаю, что надо катать, смотреть. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видео. Всем пока, удачи.